Он хочет ссылка, да? Привет, фонарь. Фонарь еще не дома. Фонарь да, пошел. Я хочу в СЛК. Бля, мне Бебу жалко, нахуй. Я могу вступить. Фонарь вам Бебу не жалко, нахуй? Нет. Я в другом городе. Ну, блядь, ну окей, нахуй, смотри, вот ты предлагаешь тебе типа, просто сделать понимаю, человека, я которого я изначально взял, кикнуть и взять Бебу, но это некрасиво будет. Я не предлагаю. Мне просто говорю, что Бебу жалко. Блядь, бедный Беба. Бебручка. Да Беба охуел ваш. Залутался на маке и теперь на роге ходит взломан. Хитрый жук. Я ему разрешил. Пиздец, блядь. Ничего, все полутаемся, говорит, и берет Валеру. Шрепчик, если ты попросил бы, я бы тебе тоже разрешил. Так, блядь, еще я не твинководил на X4. И так все, ну, лайферы. А что там, ну, закрываем же уже, закрываем, ну, не вижу никакой проблемы. Нет никакой проблемы, просто я решил охуевший. Шишки. У нас же нету кожаного ублюдка, там шмотки падают, любя. Никому не нужны просто. Да, шишки, блядь. Сейчас шишки. Сосед мобов добьем, столик наш. Имер себя позреваешь. Ты чё, блядь? Это как Грут, можно разговаривать, в принципе, одной фразой. Шишки? Сейчас, шишки. Отойду. Тыкните. Ладно, ребятки, удачи вам. Наедкой гнили, умер. Шишки. Давай, мы тебя ждем. Фана. Сейчас приду. Грустно. Грустно, грустно, грустно. Да. Чивава. Это типа много сосед, как думаешь? Ну, не знаю. У обычки с твоего было на X3. Ну, я понял. А чё, Агрос рвался? А ну да. Они, блядь, с Агром сделали вообще какую-то дичь. Они вроде бы увеличивали танком Агро, нахуй. Вроде, блядь, такое чувство, что наоборот уменьшили, долбоёбы, блядь. А я у паладина не срываю теперь больше. Мне кажется, они что-то с другими классами сделали, ну и ролями. Не, магов три-то дохуя, особенно... Да, блядь, у меня даже на присте постоянно красный экран, уёбнутый, блядь, на присте. Пул начинается, блять, экран красный, это хуйня какая-то. Big типа, man, тратишь ГКД на фейт. Ну, это хуйня. Такого не было никогда. Я вообще не помню, даже в Т5. Я бил, но батя завихрял. Почему я, блять? Что нахуй, заебался чиниться? Только не. А, так, я так понимаю, я один паладин, я сейчас куплю барабаны и... Есть, Настя, не надо покупать. На каске у тебя есть? Да, у меня есть. Отлично. Хотя, вы что не собрали? ТМ-ку или обычную? ТМ-ку. ДД не хватало. Одну обычку мы вчера сходили, следующая обычка завтра будет. О,
Баян ролл. Отказываемся. Блин, на минус ЕП не будет за это? Минус фул. Блять. Пора ЕП сливать, ну. Я вихрю, чтобы лишних коконов не было. Я ему, блядь, даю дип. Ага, я ему даю дип, а он его контролит. Заебись. А, подожди, это я контролю, лол, у меня типа на B5 стоит циклон. Красавчик. Я думал это войт, короче, а это я, блядь. Ну, я первый раз кинул на этого, который фуловый. Ай, мой ебал. Я в коконе скинул. Я забываю переставлять, типа, после этого некоторых фейдов. Я и тоже, блядь, на F ставлю. Стоит на B5, просто на мышке, чтобы и там, чтобы панель стоит циклон. Кокон сбил. Ебать, получается гений, просто машинально циклонил. Да-да, таргеты. Красавчик. Именно паучка, ты понимаешь, да? Который меня циклонит. Зачем ты его берешь в таргет, да? А хуй знает, он сам берется, кстати. Может, там макрос какой-то на циклоне, я не знаю. Скорее всего, да. Кать в таргете кидать. А там же это, типа, когда в тебя кто-то, ну, тебе урон наносит, там автоматически придется в таргет сразу, да? Как думаете, ребро пробьет одного танка в десятки или нет? Да. Типа, друиды, мне кажется, не тот, не тот. Кто нас потанчит? Кстати, в Бетхаме есть шанс. Ну, типа, можем попробовать, хули. Да не думал в ДК. Мне кажется, ебанет. Ну, если не ебанет, значит, плотный хил хороший. А можно мне вторую истерику? Я бы не видел. Больше некому давать? Можно в рот тоже. Никому. Ну, некому, да. Ох, что за бизба. А как же ее? Хотя, у меня в путь из урон. Пошел в жопу, блядь. Паладин дезостерит, да. Зажал. Как он может, да, как он может. У тебя, блядь, своя есть. Ну, еще, где? Ну, вот и все, блядь, сиди радуйся. Так это ж, ну, быстрее пройдем, нахуй. Где-то босса да, убьем. Да, и там один побыть. А он ее апает на 30%. Ну, там, ой, он вагон кока на него мает. 10 хм, да? Я сам не могу. Как 25 хм, или здесь просто хп и урон больше, как обычно. Здесь не был 10 хм. Здесь механики ну... же. Да, механики те же самые. Как в хэме? Да. Да, как в хэме. То есть на трэш на леди выходит. Слева ловушка. Бля, я тебе сказал же, слева ловушка, нахуй. Ловушка. Сейчас бэшка может стоять. Я думаю, ничего сложного не будет. Я тоже уверен. Тем более закрыт первый день. Звонку полутаете, все. Че за звонка в десятке? Победивший смерть, по-моему. Не победивший падшего короля. Обжал скатки сияние рассвета. Жалко непобедимый. Как он там? А че у нас здесь еще два раза делается? Ебать, я помню, как у нас в гильдии, короче, непобедимого забрал Бьорн первым и стоял у банка нахуй каждый день на нем. А я вроде или второго, или третьего забрал, по-моему. Я не помню, но типа Бьорн, помнишь, что пиздел, что типа да, я в гильдии должен иметь его первым. Так будет, Кирилл? Да. ГМ в гильдии должен иметь первым. Не-не, Настя не ГМ. Не, мне похуй. Рыбку поставили. Шкаф, посмотрите, пожалуйста. Она до сих пор не прилетела, мы тут трэш чистим, она сидит. Я, блядь, продавала баишки. Умоню королеву, блядь. А мне? Какую королеву? Ее же пати нет. Баишка. Маме тоже королева, нахуй, так-то. Это Йонка, нахуй, один из трёх, блядь. А, да. Ты её же убили, ты чё?
Нет, для меня она жива всегда. Не, я... А, ты про этот Ведьмами момент? Ведьмами ванлап, нахуй. Я бы был ее отбиралом. Ну, кому надо, там каску. Это вот. Вот тут после дизельцом, это я, если что, сосед. Ким? Перони. А, это... Лиз. Че, давайте быстрее, сам противный урод там. Чики сделаем, все быстренько за 2 часика. Дайте лапу нормальную. Да, блядь, дермич еще фкшит, ебаный в рот, да подожди ты, хули толку, что тебя бафнут, честно. А, он тут уже. Истерию по РПалу, дермич. Спекайся в танк, когда Настя пойдем 2. Дермич, по мне, я первый нахуй свою. Ты мне потом давай. Тебе нужны ли цветы, Андрей, и дошип, вот это понятно. В лужах не стоим, слышу, уходим лично и быстро. Ауру на каст. И кулачки. Подожди, читай. Вы заебали. Блять, как обычно. Где бафы? Бля, еще китайские. Там ауру и 3 кулака раздать. Не дермич, ты дермич. Дермич, привет. Ну или дир, не знаю. Блять. Я более привык к дремичу. Макс, сосед, вам чё, каски или МП5 бафать? МП5 во фросте. Эдик, дай пристабаф. Да-да, секунду. Давайте в скором темпе, чтоб долго тут не сидеть. Чё, возможно, где-то повайпаемся. Дай, пожалуйста, каску на 10, типа, мне этот крест нахрен. Так, лапка есть, это есть, все. Арчи на пол. Где, блядь, эти каски? Че, она стрибахнет? Да боже, блядь, вот дайте 8% каски, блядь, с разбафой кулак ним P5 и все, нахуй, поехали. Только по мне кидай 10%. Поебать. Пока все равно по всем можно на 10%. Все, let's go. Все, а че отдаю? Без напула, дермич, набирай максимальную игру. А, блядь, надо было отойти одному кому-то нахуй, тут же такая же механика. Быстрее отойдите кто-то, пожалуйста. Шип снимите. Пускай сосед отходит, у него блинки. Снимите шип. Лужа, аккуратно. Не вихрь. В лужах не стоим, разошлись. Шипчик, сбей. Сейчас понял. Да, ну я только бежал, нахуй. Что вы делаете? Клоуны или что? Сейчас в лужу уходи. Ясно, короче, идите нахуй, заебали, вы, блядь, не можете нормально, нахуй, блядь, сыграть или что, нахуй? Какого хуя вы, блядь, дохнете в этих ебаных лужах? Развалинули свои ебалы, сыграли по шипу, нахуй. Нахуй вы мне, блядь, нужны, чтобы сидеть еще в этой ебаной десятке вайпаться, блядь? Игрули, нахуй, хуевы, блядь. Он его, походу, когда вот он на шипе стоял, он его ударил 19570. Типа да, он в меня чарзнулся, я костерезал, ну это там... Тот, ну, короче, разъебал меня варовский спэм на 20 тысяч. Вихрём чисто ребро ебало. Надо вместе просто держаться, я... Ну, типа, там я никак не мог сбить твой шип. Что я нахожусь, он ещё служит разделённый. Один шип все равно.
У него вихрь был, бил 4К, 4К, хуяк, шот на 25К. Чё это за хуйня? Я и говорю, он вихрем уебал. Бум, сказал, почему ебал нахуй. Вихрь костей, блядь, вон 19570. То есть и он еще после этой тычки получил прокалывание 2600, блядь. И это все за буквально 2 секунды, да? Ну он, блядь, возле него крутился, нахуй. Вас сильно шибет надо, как я не смотрел что-то. Поскольку костерез хуярит? Костерез... сука. Скажу. 20 тысяч. Можно одно. 35. Ну, 20-35 вижу. Просто сильно не разбегайтесь. Ну, может, меточку какую-то? ДПС нам и так хватит будем. Кирилл, может, метку какую-то? Вот вам метка, да. Окей. На один сюда, нахуй. Сосед, ты как стоишь, короче, как только вихрь костей, блядь, тоже, ты идешь в крест, нахуй. А мы в печеньке передвинемся. И не дремишь, останешься в ромбу. Настя, побежишь в крест. Пускай, нахуй, лётает, нахуй. Угу. Перед вихрем бежишь. Блинк, да? Да. После того, как он чарнится, не сразу. Поехали. Андрей, максимально играешь по шипам. Я стараюсь. Не надо в лужах стоять и бить. Мы так ДПС хватит. Окей, ты имеешь на крутилке? Угу. Хорошо. После того, как он чаржнется, сосед уже в кресте. Все, иди в крест. Печеньку передвинулись с ним. Дармичный центр. Блять, у нас чарнус. Служи вышли. Аккуратно. Лея, отвиньте. Охуенно, лужа пошла, как-то не понятно. Чтоб шип здесь где-то, сейчас посадил. Я эскейт нажал. Прохил меня сейчас лужу немножко сильно. Аккуратно, всё, лужа еще. Сосед сбоку. Аккуратно, там лужа слевее. Не, ну это хуйня полная, конечно, на локе. Один раз, блядь, на шип кидает, все, минус стаки, нахуй. Заново эту хуйню на стаки. На дэшликом проще играть цепка, особенно на этом боссе. Ну, если не кидает этот, как его? Ну, как на леди еще, как стаки держать, если надо в трэш чистить? Там не будешь свечиться на Африке, там милики играют, так что. Ну, кстати, там РДД, в принципе, мы читали у котов вот эти новые шмотки с чарками, с какая-то вообще походу имбак. Чё, это так, да? Ну, 105 СПД, 4 крит урона. Нет, друидовский, хотя раз чё там, я читал. Там, ну там пиздец, там бесплатные кнопки, нахуй. Ну там и налог неплохие, я смотрел. Увеличение урона на 9% на 7 секунд, что-то там еще какая-то хуйня, плюс, ну короче, там прикольная штука. Нестабильная магия на 35% больше бьет, прикольно тоже. Либо стрела хаоса на 60, и для дестрика тоже очень круто. И лужи уебанские нахуй, она из банта жму и побежал нахуй. Все, побежаем. Дай скру нас. Заебись.
ходил на экзекутке. Конченый босс. Девку можно надеть? Yes. Да, конечно, мы же десятки. А, тут же ДС-ка еще падает. Ну, я бы Шейнена взял. Редеган вор. Что кому не надо, если надо, отдам. В смысле вор? Мне нужны. Всем нужны? Лут на танк попал, да? Топовый, да? Если шмотки неплохие. Он же танк собирает, хотите сказать? Так, здесь с двух сторон трэш выходит, два танка тоже. Блять, на полу нет, хуёво, но ладно. Блять, трэш. Можно не фазу обрываться, просто подождать. Я про вторую фазу. А, на вторую фазу. С одной стороны выходит на десятки же. А что, у нас и шея нужна? Хэм же. С одной, да? Ну, в десятке, да, с одной стороны. Да, с одной. Хэм. Ну все равно что трэш выходит. Тут просто ну, МК включается, получается, вроде, да? Еще. Да, на одном очаге. А не выходит трэш на второй? Десятки. Я по-моему выходит. Выходит на второй, да. Да. С одной стороны. Один моб там выходит с лестницы. Я побью еще кто-то с это с ринда. А все остальные думаю, босса смогут бить. Я думаю, так. Настя в танке же будет. Тогда надо еще одну трэш. Так вот там помощник забирается? Помощник, да. Да убейте его просто, ой-ой-ой, чтобы долбить нахуй. Проблема в том, что на пола не будет, он же на наш не таутится, нахуй. Я ему сейчас сальцо дам, нахуй. Ну сколько у нее хп? Там 11 да лямов. Она просто первая начнет, потом дерьмич наберет. С крыльями. Там уже похую будет. Ладно, духов отходим, служу выходим, косты кикаем на залпе. И этот, да, Настя первая начнет вторую фазу танчить. Под крыльями там максимально. Вот. Да. Мобы, если выходят по этому, блядь, ну, на второй фазе. Я не помню, десятки мы просто выходят. Просто под босса. Под босса и хагрить там. Под боссом заливаемся, ищемся. Главное фанатик. Больно. Загрипал одного. Но он побежал все равно, я не знаю, что с ним. Фернули. У него это. Не надо так делать, все. В Гере сломан рейндж. Вот ты, если подбегаешь к нему, он до тебя будет отходить. Ну, типа. В Гере не такая нахуй, же. Я так скажу. Именно вот этих помощников. Да, ты в танке, я же тебе сказал, ты первый ловишь боссов. Что? На второй фазе первый ловишь босса. А на профе тоже эти кидается дебаф? По красный, зеленый. Да, нет, нет. Да. Что? Два слизня. Два слизня, да. Стоп. Два слизня, а дебафы там не кидаются. А просто... Дебафы не кидаются, да. Ну два слизня. А, я думал ты про чуму. Чума кидается. Ну чума там делится, но. Это похуй. Чума там стоишь рядом просто еще. Мондра с танком делить будет. Эх, сокер. Восьмой не вынесу. Почему я не вынесу? Сейчас вынесу. Отлил, один раз отлил, второй раз не будешь, да? Ну, хуй знает, я не обратил внимания, что он на кого кинулся. Я что-то пиздел. Так ДБМ не смотрел. Гоу мне рак. Прям здесь ДБМ кричит, говорю, блядь, я не смотрел вообще в монитор, нахуй. Приятно. Я спустил, ну, тыкал просто кнопки, блядь, и залипал в телефоне, и пиздел.
ставит ГБ кто-нибудь, я баночки на ману не продам. Холич просто мультидотаешь, получается, по трэшу. Воет сосед, будете свечиться. Я хотя бы первого сосед. Я не буду свечиться, потому что ебало в рот. Минус таки сразу было. Тондер по трэшу. А в первую пачку можно без меня? Я буду снова босса. Слева, справа будет трэш. Ты вместе с нашей, с Настей ловишь трэш. Вдвоем. А сколько у тебя секунд стаки висят? 10? Да. Куда тебе добавим пул, пожалуйста? Блять, тут с одной стороны выходит 10 хэм, по-моему, или с двух? С одной? Ну. Вдвоем танчите просто на второй фазе, чтобы меняли. Да, на просто второй... выходит всегда, но всегда с одной стороны. На второй один моб выходит. Тут на... не таунчик. Все, поехали. На, не таунчик, у нас на пула нет. Вот единственная проблема. Трэш, поехали. Приверженцы в первую очередь, ребят. Ну, сколько раз повторять одно и то же? Чувау, контрол. Ух, чуть котик не выебал здесь. Ну, еще раз со мной. Ожидал. Не надо сразу давать несколько. А второй хочешь? Да, не знаю. Они вроде стороны меняются, да? Сейчас с другой стороны выйдет. Да. Да. Сейчас справа. Да стан давай ему, стан. Здесь этот контрол. Вот когда он прохил. Какие касты кастует, Настя, надо стан давать. А минус таки? Да, минус таки. Я бы это не найдел, Африк ебал, я говорю. Блять, у меня уже жопа горит от этого Африка, что они сделали 10 стаков. Ну, типа не то, что нерв, как что у них понерфили там сильно, нахуй, а вот просто жопа из-за того, что они сделали 10 стаков. Это, ну это пиздец, они набираются полгода, нахуй. Да, не успеем перевести. Все по трэшу сыграйте. Босс иди лови дермич. Ой, Настя, босс иди лови. Настя, босса не бейте пока. Не вышел. Почему? Фанатика заберите. Не бейте трэш. Дермич, забери моба. Забери, перетаунт. Добейте трэш. Каст. Не успел. Ух, милый. Не циклон пока, да, иду, чтобы Геру сейчас помню. Еще хуёво. Давай Геру каст. Я говорю, ребят, кикайте касты нахуй, там, блядь, сейчас танка сложит. Я пытаюсь трэш убить. Добивайте трэш, помогите, свищайтесь. Где это был? Блять. Дермич, ты уже должен набирать игру, солнышко, там у неё уже 5 стаков. Чё, тебя резать? Настя, забирай трэш, пожалуйста. Трэш бить? Резать вас? Тебе пришел БР? Нет, мне не пришел. Я вроде БР. Нет, мне не показываешь, что у вас БР. Я сейчас умру. Прохил. Ты не в лужу меня БРнул? А меня? Я прохил. Стрелу. Эдик БР сосед. Дух, мили. Аккуратно от духа отходить. На чувака бежит. Если стаки сбросились, второй танк набирает огром максимально. Дух за мной бежит нормально. Ой, точнее. Дух в милизоне, отошли. Дермич из балда, сказ бить. Там не носит. Чуваву контрол. Ладно. Койл дал пока. Сейчас умру из-за этого. А, блять, Андрей нахуй фанатика под меня грипнул, когда я койл пошел давать. Он мне рассекающим ебанул. Да иди нахуй, блять. Я понял. Окей, подожду в следующий раз, пока убьют Рида нахуй. Пусть сдохнет в следующий раз. Таунт нажми нахуй. Хорошо. Кого резать? Там могу промахнуться. Сука, не дохните нахуй, вы что делаете? Ондро резай нахуй. Пускай гриппает дальше. Другого РДД гриппнет сейчас.
Ну, сори, я не виноват, что танк не может. Войда, законтролься быстрее. Дух пошел. Холишит за тобой вроде бы. Звездопад откатился. По трэшу сыграйте. Обнови контрол срочно. По Войду. Мелит дух. Добейте, пожалуйста, трэш, ребят. Трэш вонючий. Каст. Дух за Холишидзе, по-моему, бежит. Дармич, набирай максимально огром. Настя, сейчас трэш пока забираю, пока стаки. Как только стаки проводут, трэш. Я для этого стоял, чтобы вы менялись. Сейчас тебе босса бить не надо, главное трэш. Все равно мили. Бигмами. Дармич, набирай максимально, все, вижу, забрал. Настя, моба забери, по мобу сыграйте. Это ганс, а что? Пиздец, теневой колонн, 23 тысячи, просто ваншот, нахуй. Это мы в десятке платим, что будет 25-ки? Блять, вы можете отбегать, нахуй? Я знаю, у меня там выбора не было. Был у тебя выбор, нахуй, стопнуть каст, нахуй, отойти, блять, было бы все нормально. Ну, сосед, он вообще чуть ли не в клак убегает, когда духа видит. Я блинкую сразу. Мелизона, дух, мелизона. По боссу играйте, трэш просто заберите. Там, Дермич или Настя, по. О, череп нидим, да? Кто его носить будет? Настя, да? На медведя, блять. Я, короче, тыкну кубик, там разберемся. Ага, там разберемся. Пускай так, люди на мейн забирают, вот. У тебя мейн сам. Не, я передам, ну типа, тыкну, если вдруг... Передам. Я передам. Я передам. Чисто рефальнем. Кто заберет? Давайте, тпшитесь и поехали. Я не передам. Честно говоря, мне что-то, я смотрю на этот череп, 1250 АП всего лишь. Мне кажется, рок нахуй с острова будет лучше. Единственное, что крит дает. Я хочу. Типа, бьем? Рок с острова дает 1700 с хуем. 1750, по-моему. Нет, еще 1000. Сусед 99. Сколько, блядь? Рок 258 дает этот, блядь, прок на П на 1700 с хуем. Еще раз повторяю. Я смотрел. В натуре. Сусед выиграл уже. А второй, кстати, по ролу. Или рид. Войд. Потом нет, я хил сейчас, типа, так что поэтому забью. Я просто дорол. Ну так, команда, давай. Кинь на разрол и все. Дайте мне, пожалуйста, потестить. Дай Настя. Дай пока. Ладно. Но 10к не забудь. Какие, блядь, 1725 АП на единственный шел со студии. Пусть возьмет уже. Какой-то девочка. Типа 4% крита. Только кулак дай мне, дайте прибавку. Я его снять забыл, да, идей кидай мне на скибал. Ты, бля, сейчас отпрыгнул. Брибафы дайте, но? А ты в бою. Кораблет, ты в бою. Не, я не в бою. Обманываешь. Кто там еще в пушку хочет, кроме соседа? Я хочу. Сумсет. В левую сумочку. Прости, давай вещи. Запомни мою доброту. У тебя руки в следующий раз отсечем нахуй. Я заврался, честно. Дермич на том корабле, Настя. А, ну я сейчас трубу также паролю. Только не обижайтесь, ребята. Нахуй. Блин. Ну вообще похуй. Окей. На файре можно это ставить. Надо её чекнуть. Да чекни, блядь, да? На файре. Все как... Ладно, говорите, короче, похуй. Все как в обычае. Ты также летишь, ловишь стаки, когда Кирилл скажет, перелетишь. Угу. Все как в обычке, конечно. Подходите в лужу, вас выкидывают с корабля, нахуй, и появляетесь на футболе. Все как в обычке, но. Смотрите, я в трубу сейчас провалился. Я так умирал, кстати. Ну это ГП, да? Я в трубе. Ну да, на касте подстоишь, кастишь, и тебя потом с корабля. Короче, самое главное, которое оружейники стоят, самые дальние, которые... На том корабле. Они кидают такие лужи, в обычке вы замечали такие, ну, прости, типа как желтенькие. Их выходите, они откидывают.
чаще всего, если вы тут вот стоите, где я сейчас прыгаю, они вас скидывают не назад, нахуй, а вон туда вниз. Да-да-да. Ну, типа там от центра, типа как ты стоишь от центра, и так как он, ну, короче, скинется вниз. Я еще знаешь, что забыл добавить? Кастером, чтобы не стоять возле пушек, потому что когда с пушек вылазят, они... Я заморозка там, да, падают, да, ракеты, их нахуй туда посылают. Да, такое тоже. У меня лобычки так пролетало. И возьмите рюкзаки, те, у кого вот Акума, ты не берешь рюкзак, вот так полетишь, ну можно заставиться, а у тебя даже рюкзака нет. Улетишь нахуй. О, он скиллованный, он в лужах не стоит, блядь. Да я, блядь, и шо? Он просто прыгнет в кота, нажмет на нас. Накинуться на него. Есть провокационный вопрос, блядь. Ты вчера в флайере ходил, чтоб тебя с бебой не сравнивали? Не, я хотел тестануть флайера. Мы на личе посоревновались уже, похуй. Ну да ну нахуй. Вон ракеты уже запускают, видите ли черта, не отходите все. Вот видите желтенькие такие, от них отходите. А чё ты тебе так хуйнукнуло на пол хп, блять? Мне ружейники по 5000 дали. 5700, 3 человека. 5700, 5700. Три раза по 5700. Забавно. Вермич хочет, чтобы меня ёбнуло. Ну вот мы бы как-то стоять, но... Ну по 5 сейчас бьют. Полетели, Дермич. Помогу, поехали. Да как же, мне все нравилось десятка тем, что здесь ППС придат. Да. Боже, ФПС нормальный, ёбан. На, по сравнению, на, блядь, с 25-кой ФПС тут прям вообще не без земля. А трэш еще кто-нибудь тут бьет, блядь? Ты? И чувава должен. В соло его убиваешь, Шейму. Я тут, блядь, одна, нахуй. Ты в соло должна убивать. Я в танке, блядь, алло, нахуй. Ну так Шейму одень и нормально. Уже печать на АУЕ. С Шеймом? Парировать будешь. ДК что же без щита играет? Да, парирует. ДК и нету блока, нахуй. Так парировать будешь, уклоняться. Надо было Дермича шеем собирать. Зато шеемом. Это, ребята, Дермич что-то больно пробивал иногда. Я тебе помогаю, чё? Настя. Сейчас после второго могу улететь. Я так бы так... Ну да, я оружейников убьем сначала и уйдем. Ну, давай, оружейников. Я вообще по-моему не сижу, у меня фулл мана в конце. А потому что вот это вот надо поднимать риск. Ребят, все, улетаем. Ты думаешь, я типа, ну, типа, я тоже поднимаю там, типа, у меня... Улетай, Дермич. Там 20, так, все. Блин. А сколько там хп у кораблей? Что-то я не посмотрел. А мало, то есть... 1.4 ляма. Мало. Бля, если мы на леди сейчас... Все, полетели, брат. Что будет 25-ки? Да ничего не будет 25, ну в 25-ке будет сложнее. Сейчас это леди неубиваемая, нахуй, ну все. Хотя не то, что сложнее, там у каждого будет своя роль. Вот и все. Настя? У каждого, да, своя задача будет. Кто-то на трэше, кто-то на кто-то по контролю будет там так далее. Обейте оружейников, пожалуйста. Били. Так я тебе говорю, эти ружейники дохуя бьют. Ты же говорил, что мне так дохуя снимают. Они просто все на меня сейчас переагрелись. Я почувствовал боль. Ну, так мне по 5700 они. Ну как вы? Это весь корабль зачистили, если чё. Убьём! Дермича прохил. Сука там стаков, 20. Давай, мага, оружейник и свали. Все, улетаем. Ну вот. Вы всех убили, мне мана никто не рассвет. Может мне инер залить? Да и так уже два инера давали мана. Еще 600 калить, типа, закиньте. На два инера скажи. Ничего, чисто серого осталось. Там еще есть один. Уже дали только что. Полетели до меня. Блять, все-таки нажал нахуй второй прыжок, нахуй. Я думал, сейчас приземлиться, получит клип, на. Я? Да.
Я лужу поставил, у меня на кнопке стоит. Не, ты просто летел прямо к муродину. Ну да, я знаю, не, я вижу. Там ретягу сейчас захуярит все стрелки. А я хернус успею. Мужу, блин. Уже убили. Не могу того убить, ты так поставил. Мне он непонятно. Корабль пустой. Официально заявляю. Он прочистил соло. У серого остался иннер. Да тебе и так уже два иннера дали. Рид, блядь, нет, я... Четыре дали, если я кастов не... Я когда не вижу иннеров почему-то в ДБМе. Что, еще одного продержишь там 20 таков? Если что, там прожимку отдашь какую? Хиль там рид, маны, хватит, а это все. Еще одного мага, блин. Ты рид там минуты. Галочку поставь, чтобы показывать в рейде, что тут такое там. Ой, дермич. Ну, держите дермичка, дермич, блядь. В смысле, держите, я один как бы. Ну, уже никак убили. Сейчас маг выходит, мы сваливаем. Да ну, бейте того оружейника, у него много стаков. Все, убиваем мага и сваливаем. Похуй на оружейников, которые стреляют на ней. Просто мага убиваем и сваливаем, пизду. Что-то ничего сложно. Все, улетай на ней. Все, мана нет. Закончился наконец-то. Да, ладно, блять, что-то вы пиздец, как долго бьете, нахуй. Так, все там говоришь, галочка. Ну, там уже не король пушек, ебать. Полетели. Хуя, блять, оружейник, не 7к. Ой, блять, прохил нахуй. Ну вот хилку, пожалуйста, блять. Ну ебаный в рот, нахуй. Кастовал. Пиздец, блять, кастовал нахуй. На кораблях умирает вагон. Закинь сразу вольт. Когда я там с фул хп был? Пиздец, тут охуенно вы кастовали, ребята, нахуй. Я последний раз на фул хп был, блять, 15 секунд назад, нахуй. За эти 15 секунд... За эти 15 секунд мне, блять, доспех скверный, нахуй. И блуждающий дух похилил, блять, и быстрена, нахуй. Хорошо. ТП-шный сгонный, наверное. Да, конечно. Похуй, типа, можно было выйти. Бля, ботиночки, пожалуйста, хочу быть красивым, да. Так, галочка, говоришь, да. Где там ты галочка? Блядь, труба, реально, труба. Да. Я свой ролл проебал, я точно трубу не заберу. Труба, короче... Нужна ли она мне? Ну, действительно, можно. Короче, короче, смотри, открываешь настройки, да, и там вот эту прокручиваешь хуйню, там в самом низу... Рид, тресни меня, пожалуйста. Настройки восстановления вот навыков. Не поле зрения, не поле зрения, блять. Я понял. Ну хоть здесь вид. Потеряли. Нашел, Рид. Настя, ты там не потестишь? Я тоже как бы тут не хочу. Я хочу, да, потестить. Что ты там говорил? Это восстановление заклинания, там дальше. Не отказался, нам не нужно, другой аспект будет. Включить таймер, да, просто? Включить таймер восстановления, да. Ну да. Сейчас поставил. Да, дай мне, пожалуйста, этот... Как его? Джесса. Я могу поставить маму. Нет, давай маму. Давай маму. Что, трубу дадите потестить? Рыбку я поставил. Чего? Труба наша вообще забита, да, там. Кого потестить? Трубу, трубу. Ебу, а кто ее выронил? А, я выронил. На. Я не видел, что я выронил. На дестрика взял, нахуй. Дестрика. Может алфнуть. Может алфнуть еще. Да, куда тестить? Ну, 152 крита и сколько там? 240 СПД постоянно. Я просто не знаю, есть ли разница, вот СПД, вот это статичное, оно же лучше, чем то, которое Сталика прокат. Я вот не знаю, сейчас поменяю. Конечно, лучше, да. 240 дает и крит, ну хрясь. Шоу. Кто тут, ебать? Кстати, у Сталика метка ебет сильно?
ты можешь до боя будет настакивать, кстати, лапку себе бахать или что? Не работает больше это. Почему? Ну, пофиксили. А, на этом работает с РБК, которая похожа. Мини-труба. Мини-труба, это что? Ну, блядь, щит. А, ты, я понял, понял. Сейчас дам нахуй. Ты что такое-то? Ну, я говорю про неё. Я название забыл, я понял, а выглядит как брошь. Да, да, да. Всё равно. ДБМ пиздит новый. Чтоб они нахуй сделали ДБМ нормально с первого раза, это я не знаю, что должно произойти. Выпустят какую-то новую хуйню, потом еще. А чё у него с хп? Чё у него с хп? Почему ребра так дохуя, блять, а у этой хуйни вообще нихуя? Чё за бред, блять? Сука, Сириус, блять, кончит мне нахуй. Бред в натуре. Ну, раньше они делали проходным с урка, а теперь они сделали проходным быть ребро, если честно. Пиздец, блядь, я в шоке, нахуй. Я что-то смотрю, просто хп как мало, блядь. Хп как у трэша. На, как у трэша в группу маленький. Нет, да. Так можно не играть или чё, блядь? Я играю по одному. Который под а боссом стоит, танка, да? Я буду его бить, я не буду там стоять, это хуярит по моба. Ладно, вам. Давай, кот, ну еби их. Ну шо ты? Ты ж сильный. Там что с истерикой, наверное. Добить ему баун рагу и ебашит ему, а? Сосед в Долоран. О! Обогнал сосада в конце. Найс. Так это еще без демона. Ну шо там, Настя, нужна тебе эта тринка? Или нахуй, нахуй? Не, хуета, Роб. Да, да, да. Нахуй зайдет дай... вам прока, нахуй больше их оставь. Да, это... Дайте мне на кота или на мишку. Руку, не, мне надо канаду, мне обычно. А, ну забей. А тут обычные знаки? Блин, почему не гер? Да, обычные. Она у тебя два раза прокнул всего лишь, серьезно? Анастасия, иди в паблик. Закованный льдом воитель, это вот она и есть, да? Два раза прокнула. Спасибо. Пиздец, меня уже дожирает, рик почти передамаживает нахуй. Не заходит, потому что у тебя в таком гире уже должен быть кап крита. Просто тебе не нужно. Поэтому... Бля, ну у меня сейчас 54 крита. Типа, мне этого хватает, по сути. Что-то не открыли еще. Нахуй забили. Паладин мы. Ленивый, не хочет. Да, палик. Королев, королевский паладин. Все стоят. Пимпо. Сука. Че, где там сосед ПДПС? Что-то не вижу, да. А как он открывается? Нажми на портал просто. Да нет, там просто подойти к нему там... надо, там даже. Пиздец, надо даже к порталу подходить надо. Стоит. Нужно в центр сюда нужно зайти. Ты ну да, даже сюда. Чтоб этот ивент запустился. Почти а квест нам. А гнилой же на РНЖ стоять надо. Да, гнилой. Подайте, пожалуйста, в холодильнич, я пойду курну фастиком. Гнилой на РНЖ. А сколько на РНЖ стоять? Ты в ДД пойдешь на тухлом, танк не нужен, за одну едку. Ну посмотрим. Да, что на какой РНЖ? Стоит, становишься конусом, только не слишком далеко, потому что по бокам будут лужи нахуй. Будет лететь нахуй пельмень, блядь, туда нахуй.
Сколько у тебя один руник? Ой. Не, гнило это справа, справа. А, я тебе про гнилого и говорю, нахуй. Там пельмени? Не пельмень, блядь, а газ этот ебаный будет пускать проф, нахуй. Ну, короче, ну, типа, как на тухлом бычке, типа, вот этой газы. Газ, 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 газ. Стоишь в РНЖ от других людей и все, нахуй. Ничего сложного. Пристоишь, кто-нибудь не пристал? Хлещит, на, блядь, диспелил, нахуй. Петом, блядь. Проверяй, нахуй. Ну... Бля, Рид, похилишь я лобби? Ты же понимаешь, что... А, ну я понял, все. Нерфы, да. Нерфы, да. Ну, нерфы, нерфы, да. Логи он позаписывает там. Нерв бы ДК. Да как же я ж там это, ну. Я ж не рукастый, ничего. Там не было показать. Ему 3 закидывать. Нет, там не было 200. Я говорю, надо было. А там точно занерв, там он будет 25 нахуй. И. Ну. Потому что бурст еще не заканчивается. Слишком быстрый будет. Ну, у меня второго бурст тоже не откатился. У меня тоже. Там где-то секунд 20 до стыла было. Дерьми, что ты далеко убежал. Он говорит, просто Дима. Блядь, Дима, помоги, пожалуйста. Спасибо, Димон. Это не Димон. Он сказал, просто Дима. Ну так это я рипнул. Ой, Аллах Акбар, а все. Не, ну сусак, ты вообще какое-то пиво, нахуй. Да-да. В следующий раз не буду рипать от тебя, не знаю, зачем я это сделал. Просто репутерно. Да, Ленин, сколько мне нажимать. Я хотел в Долорану бежать с гнилом. Любоежку даст нахуй? Че, тебе 3 боежки не хватает? О, изи. Нет, честно, кстати, больше ДПС, она прокает лучше. Чем зол. Говорил, что РДДшная хуёво прокает. Ну, она лучше. Она у меня просто банально вот с этой тринкой зума. Ну, не знаю, может так везет пока что, но она чаще всего вместе они прокают. А когда у меня был зов, у меня чаще всего они раздельно прокают. Так зов, говорят, тоже говняно. Ну да. Ну, он именно прокает от атак ближнего боя, понимаешь? Давай, стань сразу поближе. Да, а чешка от любого урона прокает. Че в обмен кидал? Череп? Ебать, это что, это топ лут нахуй? Потерпишь. В этом холи щиту. Лицо разминаешь. Бля, конечно, блять, пиздец. У меня раньше ШБ было там около 30-ки, нахуй. Сейчас, блядь, под всеми проками, нахуй. 23-ка максимум. Это в 25-ке, блять, а здесь вообще по 19, по 20. Я хуею. Какая разница? Дзикутка это, блядь, не ШБ, нахуй. Там, в этот... Ай, блядь, ебал. Подпищение души, нахуй, совсем другое. Но оно тоже меньше бьет, чем... Должно. Ну то бегу. Опять на трэшем пока стоит.
самочары потные, пиздец. Надо байтить людей, ходить в тюрьму. Да ФК-ша там. Даже в 25-ку. 25-ку? Ну хотя бы собаку-то убьем, а там, прикинь, больше шмоток падает по количеству. По-любому найдет человек, которому нужен. Да, согласен. Взломанные тюрьму можно объединить после 25-ку. Типа 25-ку сбегать, хотя бы одного босса убить, а тех выучить тактики, и можно на тех будет ходить. А зато я собаку... знаю тактики на всех. Ну вот, тем более. И типа, там, 20 стрелян, а сколько будет шмоток падать? Ай-ай-ай. Там, говорят, там... на одну шмотку больше. Там с другой стороны, хорошо, две шмотки на рейд с этим, с бонусом. Ну там такой лютый бонус. 25-ка тюрьма, с людьми, которые там не были, это... А мы и хотим, чтобы десятки все сдали. Типа там вот заслабит кто-нибудь, там просто ваншот всего рейда. Ну там на всех боссах ваншоты. Мне кажется, весь рейд. Мне кажется, то, что, например, правый босс, вот этот, то там лучше больше, скорее всего, будет. Там заслужь секунду, там меньше места. Это ты про первого, где зеленые лужи огромные? Спавниться надо их выносить. Мне кажется, там секунду 125 человек. Там на всех боссах есть лужи, держу в курсе, блядь. На правой, где его... вихри появляются на 60 секунд. Да будем выносить, господи, вихрь в вихрь сносить. Похер, сдохни чел и срать на нее. Сколько там хп у босса будет? Ну пусть 30 лямов, это разве много? 18 это в десятке. Ну, нет, ну нет, пусть нет. 50 лямов, это ж вообще смешно. Нет, там 25-ку собирать, это пиздец. Пошлите, добьем мобов, блять, алло. Там один моб остался. Два. А там просто босмуна ебашит. Они меня ебашат. Ну хотя бы одного в 25-ке можно вольнуть вправо, попробую. Надо с поездами убить. Может после РТ сходить? Кстати, с поездами это, наверное, самый сложный сил. А чё сложного? Выйти из поезда левый шаг, вправо шаг. Нет, вынесите диспел на панель, пожалуйста, нахуй. Присты, паладины, блять. На панель диспел вынесите, нахуй, и нажимайте кнопочку. Да так, паладин. Не смущай. Хуй кто диспелит. У меня пед сдох нахуй. Я стою по центру. А я, вопросы? Блять, пельмени еще эти ебаные, ёба. 4-4. Не, не стоите под правой ногой все вместе. Ну, потом переходите под левую. Чтобы не мешать друг другу. 4 тела на ренджу надо. Под правой, да? Сколько там? Ой, 24 ляма, нихуя себе. Настя, ты в танке. Разъебу. Уничтожу. Это моя точка. Вот это моя точка. Да, зачем так далеко-то? Можно ближе много. Кого ближе? Кстати, да, у меня буйный рост не будет доставать до Андрея, блядь. Ну, о, печенька. Как приятно. Я его от себя кидаю, чтобы он мне ману регенил. Так что это... Дармич первым начинаешь. Ну, Дарик, а ты можешь типа за мной встать? Там же с тобой занято уже там. Да я вот сбоку стану, чтобы лево-вправо типа шаг делать просто и все. Ну чё ты? Это... Я буду делать шаги назад, а ты шаги вперед. Есть какая-то опция у вашего ДБМа, которую юзаете? Делаю шаги за гиги, блять. Ой, давай ближе, мышь не страшная, блять. Блять, хуй, вот под этой хуйней я не вижу нихуя почему-то. Ладно, здесь нет. Когда эта тучка... Раньше, на брать. Не видно. Что? Под оранжевой веткой не видно. Чего? Боже. Видно будет пельмени. Не стой в лапке, чувак. Ну, реально не видишь. Маленькая лужка.
После едкой гнили забираем. Или тут нет? Есть. Маленькая лужа зеленая. Она тяжело заметает. Пельмень в РДД куда-то летит. В меня, по-моему. Ты что, по ноги не смотришь? Не, не видел, я рыгаю, я рыгаю, я рыгаю. Не, смотри, я смотрю, я смотрю на бабку, когда ты бежишь. На едкую гниль, Даш, нахуй сейчас давай. Не, я вообще снимаю. На, сокрою спам. Прощай, сосад смертник. Это, ребят, нам спущаться надо. Пельмень, 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 пищень присед. Бля, ну тут мы как раз смещались. Угу. Лапку дал. Найся, какой избал. Спокойствие дал, спокойствие дал, спокойствие дал. А почему ты в панике? Я не в панике, блядь. Я угораю, да? Второй... Не, не надо, не надо. Только в одном месте не стоит. Мы сейчас аккуму с двух сторон разъебем бомбочками. Поймаешь Эдик? Насколько хп будет? Давай я поймаю, когда почти убьем. Один с фасад без щита будет, ладно, пожалею. А, кстати, Войт, где там поменять текст, шрифты этих по предупреждению? Вот, блять, вот это я заебался сам искать, нахуй. Я на 5 персах это говно настраивал, нахуй. Я заебался там листать это говно, блять. Ну, типа, ну, методом тыка, нахуй. У меня прям очко горит с этой парашей, блять. Список, это нахуй. Это пиксель, да? Ну, блять, говнище, сука. Хуя, не ясно, нахуй. Ты слизни. На РДД становитесь по кругу, короче. Ну или полукругом нажить, мало, десятка. Смотрите, не убирал, там, да? Где вот эти колбы зеленые, с какой колбы выливается лужа, значит, перебегайтесь. Мы с таким мужчиной в центре. А? Миленький в центре. Я, короче, у ворот, пацаны. Тут нафига вы так далеко стоите, типа, вас вот. По этому кругу легче всего бегать. Тем более вам здесь нужно сделать 3 шага. Подождем. Типа, ребят, ну там, когда эта хуйня кидается, там еще можно секунда дается, чтобы отойти. Типа, ну, можете так далеко не отходить. 40 секунд подождем. Кого 35. Подождем? Зачем? 35 секунд. Похуй. Ой, потом даже. 30 секунд всего лишь, пиздец. Если на РДД кинется чума, мельк подходит. Кстати, кстати, нормально. Какая нахуй чума, здесь нету чумы.
Кума. Вон соседа кинулась бомба. Лужа. Сосед забегает сразу. Я блин. Потный блинк. Слышишь, слышишь, Акума, иди под босс. Тут... Сидите. Три РДД. Сидите, мелкий. Три РДД. Сосед прохил. Сосед далеко очень стоишь. Очень далеко стоял. Понял. Сразу видно, не опыт. Я БР будет. Я БР. Вот из-за этого два хила под босса. Ребафните, сосед. Солнышко, Настенька, делает, не поворачивай в нас, пожалуйста, слизняка, чтоб он стоял к стене, пожалуйста, радости моя ненаглядная, не делай так больше. Я чуть не умер, у меня осталось 2000 хп. Он, блин, могли бы под гиры зайти. Прохил? Ой, брач. Диспель, диспель, почти? Блядь. Ну с диспельте он сдохнет. Может так только. Надо диспелить, если вы не можете прохилить. Он там срезает хил очень сильно, блядь. Мразота то. 75%, если чё. Забирай большого. Резать? Да. Это не, меня так быстро убивает, пиздец. Да ладно. Облок. Не бахните. Не, за 0.3 убил. Ну, я с тебя уж это... Да пиздец, вы гоните. Секунды каст даже не успеваю прохилить. Там вообще прохил такой, чё, что у меня не заходило. Тут хп отнимаю. У кого-то два бафа есть? Ладно, я сейчас да. Полутаю. У меня есть. Я полутал на себя. Мелкого сведи. На ком он? Но не на мне. На войде сосед. На Акуме. Маленький под боссом на Акуме. Бля. Не знаю, мне походу. Чё так слезней много? Под боссом лужу отведи. Пиздец. Я хуй знает, блядь. Аккуратно сейчас пивать будет. Поражать надо что-то или умрём это. С-бонд нужен. Да, Лэймер. Там 4 стака. Настя, Настя, дай массакру. Забери большого. Сейчас взрыв будет. В центр сейчас все подойдите, в центр, под босса. Босса в центр. Быстрее. Сейчас будет взрыв. Настя с лужи выходит. А, нет, вы забагалась. Отойдите, разойдите, РДД. Рит один остался. Большого забери. Дармич из банды. На Рида повесилась. Инар есть по Риду? Нету, блять. У тебя единственный иннер, ты мертв нах. Тут еще и квест проебали. Ну. Обычку нужно. Блять, дай, дай диван по войду, дай и Настя, быстрее, быстрее по войду. У меня есть диван. Диван. А скидывает, сука. Ну и рот ебал нахуй. Ну и похуй тогда. Блять, просто надо было посерьезней как-то. Ай, похуй нахуй, поебать. Квест рот ебал. Да вы в десятке можете обычка здесь, в принципе. Да нахуй этот квест. Просто стоите в мелизоне, стоите в мелизоне на своих хилах просто, блять. РДД нахуй стали, блять, вон в 4 точки, нахуй. Брызги слизи хуярят только по одному. Прохиливайте брызги слизи, никаких проблем нету, нахуй. Но. Ну я поэтому и сказал, я у ворот. Ну там мы когда перебегаем, типа, можно назад вернуться. Кто-то за спиной босса, кто-то слева, кто-то справа. Ну, хулишит, например, блять, вот ты, Рид, говоришь, одна секунда касну. Вот смотри, хулишит умирал. Сейчас тебе скажу сколько. Вот волна исцеления твоя одна зашла. Три. Пигнил себе, можно вопросик один вот прям такой, ну важно. 3 секунды, блять. А хулишит, он единственный, кто в этом рейде есть? Или типа, ну...
Ты думаешь, он один умирал, типа, или что? А все такие фуловые стоят, типа, а мы такие, да похуй, пусть подохнет. Да нет, там дохуя. Конкретно, конкретно тогда, когда шли брызги слизи были только на хулишитке. Да, я тебя понял, Кирилл. По нём не зашло тогда прохил. Вообще, никакого. Хорошо. Да не, просто сыграйте как команда, вот хулишит может щиток покидать, там, если критичный момент какой-то. На себя, там, на других. Если не получается прохиливать, ну пол хп снесло уже челику с дебафом, просто сдиспальте и все, мы от слизни отбежим спокойно. Да, мы и так уже начали дисплеить, только так уже иногда. Когда вводишь слизня и видишь, что туда будет литься лужа, туда идти не надо, если что. Подходишь?